Перед вами набор для пошива вот такого чудесного зайчика Люка. Достаточно большая игрушка в съемной одежде. У зайчика очаровательная морковка, которую вы тоже сошьете в одном из наших уроков. У зайчика Люка съемный комбинезон, он очень приятный на ощупь. Сам зайка шит из серого флиса. Комбинезончик можно снимать, надевать снова, шить его в разных цветах, и тогда у вашего зайки будут разные образы под любой интерьер и на любой случай. Также у зайки съемные кеды. Давайте посмотрим, что находится в коробочке для пошива такого очаровательного зайчишки. Как всегда, красивая коробочка, набор для шитья. В этой коробочке в дальнейшем вы можете хранить все необходимые мелочи. Открываем. Конечно же, наша узнаваемая бумага тишью швейной тематики. Внутри вас ждет инструкция и выкройки. Как всегда, бонус-подарок. Паспорт вашей будущей игрушки. Вы найдете в коробке также фурнитуру для изготовления зайчика. С помощью проволочки мы сделаем ему гибкие ручки. Таким образом, он сможет держать морковку или любую другую вещь, которую вы ему дадите. И иголка для пришивания ручек и ножек. Обратите внимание, что мы перешли на удобную видеоинструкцию по QR-коду. Вы можете легко найти ее и сделать своего Люка шаг за шагом. В коробочке вы найдете серый флис для пошива тела зайки. Нежный, очень приятный на ощупь вильбоа. Из него мы сошьем комбинезон. Капюшон комбинезона мы сошьем из вот такого сатина. Морковку из оранжевого флиса и зеленого фетра. Также в коробочке будут готовые кеды для вашей будущей игрушки. Желаем приятного пошива и напоминаем, что по любым вопросам вы всегда можете обратиться в нашу швейную техподдержку, а контакты швей-поддержки вы найдете в инструкции.